Всем привет! Привет! А с вами Янки Булочка. И мы решили сегодня съездить к дому Малышевой, потому что наши подписчики просят, снимайте больше про Малышеву. Вообще мы не планировали, но, так сказать, по просьбам подписчиков, вот сегодня воскресенье, мы съездим, посмотрим, поснимаем район, посмотрим на сам дом. Мы видели, как другой блогер туда ехал, да, из Нью-Йорка, да? И они вызвали полицию. Если честно, мы тоже очень хотим, чтобы они вызвали полицию. И полиция нам объяснила, почему мы с публичной улицы не можем снимать дома. Потому что я проверила законы Нью-Джерси. То есть, если вы находитесь в публичном месте, вы можете снимать все, что вы хотите. Вот мне будет очень интересно услышать объяснение от полицейского, почему мы не можем там снимать. Надеемся, что будет интересно. Смотрите. Налево, и он будет. Интересно, там где не можно поставить машину? Не знаю. Вот мы въехали. Вот, судя по всему, это он, да? Да, это он. Это он. Не знаю, где здесь можно поставить машину. Ну, вот это он. Да. Красавец. Да. Че, припаркуемся? Так, а где здесь? Давай попробуем развернуться. Вон они там. Семья. Видишь? А это лужайка этого дома? Да. Это лужайка этого дома. А вот еще одна, какой красивый. Да, это тоже красивый, да. Я так понимаю, тут нету направлений, типа одностороннее, не одностороннее. Просто там был знак, что парковаться запрещено. Да. Что, развернёшься? Но на драйвее тоже ты нигде не припаркуешься. Потому что это частный драйвей, правильно? Да, это частный драйвей. Там, может быть, где-то в тупичке можно поставить машину и пешком дойти. Я думаю, здесь так нельзя. Я думаю, здесь везде вот эти вот частные дороги. Ну что, разворачиваюсь обратно, нет? Ну, я бы хотела там выйти из машины поснимать. Давай попробуем. Разворачиваюсь? Да. Я бы хотела, чтобы ты прямо перед лужайкой остановился, я открою окно, чтобы хорошо было видно, и поснимаю.
люди пешком идут. Мы тоже где-то там могли оставить. Вот люди. Машины вот пешком. Ну вон, Малышевы отдыхают. Вот вот домик, хорошая погода. У нас длинный уикенд. Завтра Memorial Day. И вот Малышевы отдыхают. Вот там вот на лужайке. Наслаждаются прекрасной погодой. Коронавирус, не коронавирус. Вот, можете посмотреть. Вот, ворота открыты. А почему, чего им бояться? Здесь только свои, правильно? Да, здесь только свои. Здесь только свои ездят. Блин, ну здесь негде оставить машину. Ну, окей, сейчас... Ребята, в общем, мы поснимали из машины. Не знаю, получится ли выйти из машины, потому да, что... потому что там припарковаться негде. Да, и парковаться знак... нигде нельзя. Парковаться нигде нельзя. Везде висят знаки, что парковка запрещена. Только частные подъездные дорожки, на которых, естественно, мы не можем остановиться. Это уже прямое нарушение частной собственности. Может быть, Виталик останется в машине, а я сейчас выйду, поснимаю поближе. Что-то получится, если у меня снять. Да, сейчас опять развернемся. Не, я пешком дойду туда. Отсюда? Да, я пешком сейчас выйду из машины и пойду. Вот, иду вдоль дороги. Вы видите, здесь даже нету пешеходных дорожек. Птички поют. Вот такая вот красота. Смотрите, какое все зеленое, газончик подстриженный везде. Ну, такие вот красивые тоже дома. Естественно, какие доходы, конечно, это куплено. Тут тоже хватает своих зуликов. Там белочка или птичка. Птичка скачет по лужайке. Пахнет свежескошенной травой. Вот он дом. Вот вы видите, да? Пойдем дальше. Там стоят две машины на подъездной дорожке. Посмотрите, какие статуи красивые. Вот такой, как деревенский шик. Красота, правда? Вот они, ваши пенсии. Ну и наших родителей тоже. Вот они. Можно прямо их обозревать. Красота, правда? Такая природа, тишина. Пение птиц. Просто красота. Посмотрите вокруг. Ну что, Виталик, посигналим? А толку? Давай, сигнал. Молодец. Все, поехали, поехали. Ну вот, в общем, мы съездили к дому. Да, мы совсем недалеко сейчас отъехали. Мы тут обнаружили не... Сейчас. В общем, недалеко от дома Малышева мы обнаружили такую смотровую площадку, очень симпатичную, и решили сделать привал. У нас тут с собой вот снеки, нам друзья передали как раз перед поездкой. Коля, Наташа, спасибо вам. В общем, мы совсем чуть-чуть вам поснимали Малышева. Вот многие люди пишут гневные комментарии под наши ролики о Малышевой, то, что вот она такая зараза, такая скотина, мы тут страдаем. А вот мы ехали, люди, большой семьей, устроили пикник. У нас завтра выходной день, Memorial Day, то есть день памяти всех павших воинов. Люди отдыхают, наслаждаются, собрались с семьей, там маленькие дети, то есть им все, плевать все на... Им плевать на обеды российского народа. Господи, что вы там в России? У вас коронавирус, у вас денег нет на еду, а мы вот в шикарном доме на лужайке сидим. Так что вот так. Вот так вот.
Спасибо, что смотрели нас. В общем, ставьте лайки. Подписывайтесь. Комментируйте. А также будьте с нами. Всем пока. До новых встреч.